Где средневековые гении брали чертежи изобретений, опередивших время? Может, мы бы были уже на Марсе. Но во все времена находились люди, которые пытались понять и освоить неведомое. Люди будут разговаривать друг с другом из самых отдаленных стран и друг другу отвечать. Люди будут говорить с тем, кого нет. Будут слышать того, кто не говорит. Люди будут собственной особой мгновенно разбегаться по разным частям мира, не двигаясь с места. Ты увидишь себя падающим с великих высот без всякого вреда для тебя. Будут погублены бесчисленные жизни, и в земле будут сделаны бесчисленные дыры. Сегодня все это доступно людям, и ни одно из утверждений не кажется чем-то особенным. И все бы ничего. Но эти слова принадлежат человеку, который жил 1500 лет назад. Леонардо да Винчи. Откуда гений средневековья мог знать о телефонной связи, телевидении, ядерном оружии и многом другом? Одна из самых шокирующих гипотез гласит, для того, чтобы увидеть технологии будущего, великий мастер обращался к мудрости прошлого. Инженер Марио Таддеи изучает архивы да Винчи уже 15 лет. В них он обнаружил чертежи механизмов, которые, кажется, не могли быть придуманы и созданы в средневековье, когда жил мастер. Инженер занялся восстановлением изобретений да Винчи. Сейчас таких вещей набралось уже на целый музей. Я нахожусь на механическом орле Леонардо да Винчи. Его крылья почти 12 метров. Как работает эта машина? У нее есть система роликов, очень внушительная. Я кручу педали, давлю очень сильно, и это приводит в движение эти гигантские крылья. Это странное кольцо на моей голове связано с хвостом. Во время полета я могу двигать голову вправо-влево, и двигается хвост сзади, направляя машину вправо или влево. Марио рассказывает, эту машину они пробовали разгонять и запускать в мастерской. И она действительно способна оторвать человека от земли, но ненадолго, буквально на несколько секунд. И проблема вовсе не в конструкции, она совершенна, а в пилоте. Управлять машиной невероятно сложно. И они так и не смогли найти человека, который был бы на это способен. Марио Таддеи рассказывает, расшифровывая древние манускрипты, он обнаружил удивительную закономерность. Информация в них сохранена по принципу современного компьютера. Мы поняли, что недостаточно взять лист и пытаться понять, как работает эта машина. Там будет либо ошибка, либо что-то непонятное. Дело в том, что мозг Леонардо работал примерно так же, как наш современный интернет. Тысячи файлов, и все связаны друг с другом. Как рождались его коды? Он писал что-то о машине, и вдруг ему приходило в голову, как улучшить механизм, и это писал на другом листе, и потом еще на другом, и так далее. Множество листов. Сейчас у нас есть компьютер, у Леонардо были листы. Ужасно то, что половина этих страниц была потеряна, уничтожена непонятно где. Другая разбросана и стала частью разных кодов. Сложность воссоздания изобретений да Винчи состоит еще и в том, что его рукописи разбросаны по всему миру, спрятаны в разных библиотеках, в том числе и частных. Никто не может сказать, сколько их точно, и уж тем более, какие тайны в них скрыты. На уголке одной из его рукописей было написано «Я везу 120 своих книг». Это когда он ехал во Францию. Итак, значит, было 120 книг. Сегодня у нас есть только 25 книг. А где же остальные? Они спрятаны где-то. Многие были уничтожены и сожжены. Попробуйте представить, что значит найти хотя бы одну из них. Может быть, если бы они были опубликованы, распространены, наука сегодня шагнула бы далеко вперед. Может, мы бы были уже на Марсе. Бронированный танк, парашют, огромная вертушка, аналог современного вертолета, трубки для дыхания под водой. У Леонардо да Винчи были тысячи идей. Он заставлял двигаться сложные устройства. Вот этот лев, его также воссоздали по рукописям средневекового изобретателя, 500 лет назад был представлен королю Франции. Благодаря сложной системе роликов и веревок деревянный зверь шагал словно живой. А когда он останавливался, его грудь открывалась, демонстрируя букеты цветов.
А еще да Винчи создавал замысловатые музыкальные инструменты. К примеру, такой, сделанный из черепа коня, покрытого серебром. Выглядит жутко, и звук он издает поистине зловещий. Но откуда мастер черпал все эти гениальные, безумные, странные, но, безусловно, опережающие время идеи? Неужели жизни одного гения достаточно для того, чтобы придумать, построить или хотя бы зафиксировать все это на бумаге? Мог ли все это придумать один человек? Или же он просто копировал свои изобретения из древнего хранилища знаний? Исследователи творчества да Винчи предлагают разные объяснения. Одни верят, что мастер мог с детства контактировать с пришельцами и у них перенимать все эти сложные технологии, но не все сам понимал до конца. Другие не исключают, что Леонардо да Винчи мог иметь доступ к каким-то тайным знаниям древних цивилизаций. Мог ли да Винчи через своего помощника иметь доступ к уникальному архиву? Это вполне возможно. Интересное признание делает Марио Таддеи, который досконально изучил творчество да Винчи. Средневекового гения он в шутку обвиняет в списывании чужих идей и раскрывает малоизвестный факт из биографии Леонардо. Когда он приехал в Милан, он решил устроиться на работу к герцогу, и он соврал, представился военным инженером. Говорит, я могу делать секретные военные оружия, мосты невероятные, подводные секретные лодки. Герцог, который боялся французов, берет его как военного ученого. И Леонардо с утра до вечера учит военное дело, копирует старинные рукописи о войне, а потом выдавал герцогу как свои собственные изобретения. Многие изобретения да Винчи действительно годятся для военных целей. Например, вот этот человекоподобный робот. Марио Таддеи также создал его по чертежам мастера. Все совпадает. И внешний вид, и начинка. Он изучал анатомию и то, как работают суставы. И он решает, а что если заменить их роликом? Он построил систему роликов, внутренний скелет, который симулирует движение анатомических связок. И одел этого робота в доспехи 15 века. Это что-то вроде куклы, которая может передвигать руки вправо-влево, вот таким образом. Вероятно, таких роботов можно было помещать на башню, и они могли создавать вид солдат. Рассказами о механических людях переполнена древняя литература. Например, в древнегреческой мифологии известно, что да Винчи интересовался работами Герона. Вероятно, он объединял его опыт с собственными знаниями. Но вот вопрос. Почему Леонардо так тянуло в небо? Многие изобретения да Винчи были направлены на то, чтобы победить гравитацию и поднять человека в воздух. Он знал, что древние умели летать, а значит, это не беспочвенные фантазии.